Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорные прохождения от Михаила не только. И это, в общем, мое продолжение прохождения игры Mass Effect 1 часть. И уже по счету серии будет примерно 9, в которой мы продолжаем проходить DLC, который называется Гибель с небес, где, в общем, мою там боюем против батарианцев, пытаемся им сам помешать им. Пытаемся им помешать избежать столкновения, точнее, как там назвать даже, не знаю, по-другому-то лучше. В общем, пытаемся избежать того, чтобы астероид столкнулся с планетой мирных жителей, мирных людей, Терра-Новой. А вот как раз виноваты именно вот, в первую очередь, эти батарианцы. Ну, точнее, не все прям батарианцы, а именно те, кто, в общем-то, является там этими всякими там пиратами, работорговцами, наемниками, довольно опасными видами, в общем, батарианцев. Вот так вот. Эй! О, господи! Я не хотел. Вас задело? Одним выстрелом меня не уложишь. Извините. Я не понял, что вы человек, пока... Да. Солдат из меня никудышный. Я знаю, что вы напуганы. Но я тут, чтобы помочь. Капитан Шепард, войска Альянса. Саймон. Саймон Этвелл. Главный инженер на этом астероиде. Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока мы не обрушились на Терранову. Там 4 миллиона человек, Шепард. Я. Моя семья там. Они живут в Вороносе. Мои дети и внуки. Приятный городок, хорошие школы. Повсюду батарианцы. А мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще. Один из двигателей окружен подрывными зарядами. По прибытии на орбиту Терра-Новы мы собирались заняться разработкой пород. Я снабдил их датчиками движения. Ваш танк моментально активирует их, так что придется идти пешком. Если подойдете слишком близко, они взорвутся. Идите медленно и будете в порядке. Вы же сами их поставили. Их можно деактивировать? Отсюда нет. У входа в комплекс есть ручная панель управления. Это внутри зоны взрыва. Можно отключить детонаторы оттуда. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Где могут быть инженеры? Они отправились проверять оборудование по периметру. Вы должны подключиться к башне-передатчику на поверхности. У вас на сенсорах отобразится местонахождение станций оборудования. Постараюсь найти их, но главная моя цель — это двигатели. Да, вы правы. Главное — спасти Терра-Нову. Мои люди могут и подождать. У главного комплекса находилось много инженеров, но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Некая Кейт Боуман связалась со мной по радио. Батарианцы еще не нашли ее. Кейти жива? Она одна из лучших моих инженеров. Записалась сюда с братом. Кажется, его зовут Аарон. Он из службы охраны. Что вы можете сказать о Кейт? Очень умная женщина. И смелая. Надеюсь, она хорошо спряталась. Если ее найдут... Ах, Кейти... Лишь бы ты не сделала никакой глупости. Зачем вообще вам нужно было перемещать астероид? Мы хотели доставить его поближе к Терра-Нове, добыть полезные ископаемые, а потом сделать из него орбитальную станцию. Нам не придется доставлять необходимые материалы на орбиту, а полученные минералы полностью покроют затраты. Рассмотрим худший случай. Допустим, астероид мы не остановим. Можно ли эвакуировать колонию? Эвакуировать? Шепард, чтобы колония так разрослась, потребовалось 30 лет. Уверен, они перевозят людей в удаленные зоны. Но им ни за что не удастся увезти с планеты более нескольких тысяч человек. Нам просто не хватит кораблей. Ни у кого столько нет. Ну, может, у кварианцев. Но они вряд ли появятся тут неожиданно и помогут нам. Вам лучше где-нибудь затаиться. Если батарианцы вернутся и найдут вас. Да, я и сам так подумал. Толку от меня немного. Удачи, Шепард.
Ну, в общем, кореянцы, они один раз, в общем-то, здесь уже есть, но, да, точно, они мне вряд ли, конечно, согласятся помочь. Ну что ж, да, вот такая вот ситуация, конечно. Нужно, в общем-то, быстро включить двигатели, чтобы они... Тем самым, чтобы астероид не приземлился на Терранову, не врезался. Это, конечно, будет довольно сложно. Плюс еще поискать нужно будет инженеров. Этого, в общем-то, Саймона. Тоже такой дополнительный квест в этом DLC. Один единственный. Так, в общем, нужно смотреть сейчас карту. В первую очередь смотреть карту. Так, передатчик. Проблем сначала на передатчик. Он нам ближе всего. Подряд потом прокачиваем датчики, потом распределим. Еще надо научиться вот кто-то ехать хорошенько. И прошу, в том числе, да, по один, в общем-то, двигатель, который там окружен минами, тоже нужно будет их, в общем-то, как-то обойти. Не пользуясь мака нашим, в общем-то, этим транспортом передвижения. Это, конечно, довольно плохо было, что его не было вот в Mass Effect 2 части, в 3. Ну, конечно, что хорошо, что будет, что Mass Effect Andromeda в новой игре, в общем-то, на вселенной от BioWare, в общем-то, будет тем самым Мака точно. Это, конечно, будет круто. Все-таки мне все равно нравится этот, в общем-то, транспорт передвижения. В общем, такой транспорт довольно интересный. Так, давайте ремонтируем. Не будем пока тратить сегодня гель. Ой-ой-ой. Сейчас мы успеем. Отлично, успели. Так, связь между передатчиком и станциями наблюдения восстановлена. Местоположение станции наблюдения отмечено на вашей карте. Посмотрим. Так, очки отряда, что там у нас? Так, бочий инспектор надо прокачивать обязательно. Там может пригодиться очень сильно. Так, барьер тоже все-таки нужно. Здесь тоже пригодится. Думаю. Так, электроника. Дешифровка. Давай. Прокачиваем наши талии. Так, отлично, все. Распределили. Так, у нас, по-моему, тоже электроника-то есть, дешифровка-то. Хотя дешифровка у нас прокачана. Электроника вот нет, надо будет ее прокачать точно. Хотя точно. Так, вот, для взлома. Вот как раз дешифровка нужна для взлома замков. Нам потом пригодится. Че, тоже нужно? Это тоже нужно прокачать. Обязательно. Так, все посмотрим. Так, у нас задания дополнительные. Это DLC такой дополнительный квест, очень большой, довольно. Сейчас будем все быстро действовать. Так, мы отключили двигатель. Управляемся по окружной дистанции. Думаю, так уж по порядку все делать. Конечно, это время долго, время занимает, но... Все-таки я проходить буду игру на 100%. В этот раз точно. Ничего, быстренько доберемся на Мака. Довольно быстро. И полюбуемся немножко местными красотами. Не так можно назвать, конечно, игра все равно красиво довольно сделана на движке Unreal Engine 3. Для какой там версии, по-моему. Хотя, по-моему, первая часть это делалась на движке Unreal Engine 2.5, что ли, не какой-то версии. По-моему, не 100% на 3 или на 3, я же точно не помню, конечно. Как с тем же Bioshock'ом первым, как мне написали там еще какой-то серии, что, в общем, игра делалась на начале на движке Unreal Engine 3, ой, 2.5, потом, в общем-то, на 3 версии переделалась. Как там, в общем-то, или как-то по-другому. Так, ладно, уходим. На всякий случай сохраняемся. Так, вот как раз один из пропавших инженеров. Этого человека стреляли из пистолета, но до этого сильно избили. Похоже, мужчина сдался на милость захватчиков, но те зверски пытали его. Вот так вот. Все изучаем. В общем, почитаем на паузе. Поехали дальше. Так. Теперь сюда поехали. Так, здесь мы уже сделали, сюда потом отправимся. Потом вот сюда направимся. Чем найдем всех инженеров. Что такое? Так, улучшение. Отлично. В общем, прохождение с получится довольно интересное. По данной вселенной. Ну, вообще, под любой другой игре, в том числе, такого жанра RPG. С открытым миром. Довольно открытым миром. Пока что уже на сегодняшнем канале будут идти 4 прохождения таких вот игр, ну точнее 5. Можно сказать, это Mass Effect, Fallout 3, Ведьмак 1, Xenos 1 и в том числе
Плюс к всему Dying Light. Вот как раз, в общем-то, и Terra Nova в том числе. Уж не помню, то ли за какой-то незнакомый... Так, а что у нас такой значок? Интересно. Поблизости еще какой-то значок находится. А, сейчас будет к нему подъехать. Посмотреть. В любом случае. Обязательно подъедем. Проверим, что так тихо, осторожненько. Здесь, конечно, довольно сложно все-таки управлять этим транспортом на таких вот вершинах-то. Какой-то то ли полезное ископаемое, что ли, находится. Так, на вершине, наверх, повыше подъехать. Тихонечко, сейчас мы едем. Угу. В общем, еще нашли что-то. Так, бензин. В общем, почитаем. То ли что-то по, то ли это какая-то пасхалка, что ли, к чему-то, то ли, в общем, просто отсылка. Я точно не знаю, конечно. Сохраняемся еще раз. Ну ладно, посетили бы такое прикольное местечко нашли. Больше, по-моему, здесь ничего нету. По-моему, вот так-то. Вот как раз. Ну да, нужно пролиться дальше. Ну, кстати, то, что интересно, здесь вот как бы говорят, что как бы вот-вот-вот строй там приблизится с Terra Nova, и, в общем, конец наступит. Ну, что, то, что интересно, мы пока можем спокойно здесь ехать, и, в общем-то, довольно длительное время. То есть, как бы нам, в общем, не ограничивают во времени, выполняет квест, выполнение данного квеста. Хотя, конечно, мне кажется, мы пока так медленно, только-только, в общем, тупим. Он бы давно уже этот строй приблизился к... планете-то. На трупе женщины видны серьезные ожоги и следы взрывной волны. По крайней мере, ее смерть была мгновенной. Это доктор Хаймс. Они нашли меня, проклятые батрианцы. Я слышу, как они рыщут снаружи. Хотят пробраться внутрь. Похоже, они крепят что-то к двери. Если я умру, скажите родным, что я люблю их. Да, вот так все закончилось. По-моему, где-то в одном месте у нас будет... Так, а что у нас такое? Так, давай откроем. Отлично. Вот как раз таким образом можно находить все типы оружия. Не с чем, в общем-то, их просто покупать. Трекс, Трекс, ты что там застрял? Эй, а где наш транспорт-то? Что, Трекс что застрял? Так, конечно, там надолго. Так, ну все, мы искали, еще нашли еще одного инженера, увы. Мертвого. Так, ну что ж. Отправляемся теперь к следующему реактивному двигателю. Таким вот образом. Там уже придется посложнее довольно, потому что можно будет без нашего мака продвигаться к цели-то. Там полно, очень полно мин будет. Довольно полно. Так, а вот оно. Плюс еще, конечно, забыто про плюс про всему к этим вот турелям. Не забывать про них-то. Вот и все появились. Активировались. Так, где еще это у нас? Ой-ой-ой-ой, так, тихо. Урон получили. Где ты еще стреляет тут? Где она? Ты где вообще? Блин, ну ты че ни хрена не вижу-то? А, нифига себе, ты нас запулял-то откуда? Да, запулял ты нас. Отмена.
Разбирались не так, если нас посторожнее будет. Где еще-то? Так, тихо. Откуда там еще стрелять, интересно? Совсем надо забраться, а то нас тупо сейчас заклашмачит потом. Странно, конечно. Где еще нас стреляют, это я не помню точно. Так, тихо, тихо, конечно. Так, может все тогда? Нет, где-то, по-моему, еще должно быть. Вот надо посмотреть внимательно. Перед этим-то. Проверить. Чем-то пробуем сейчас, чем-то проверим. Сверху-то. Не будем пока подъезжать. Где-то еще должна быть турель, но вот я не помню, где именно. Или все? Че, где-то, по-моему, сверху тут где-то. Где-то я ни хрена не видно. Вот. Че, все что ли? По-моему, все. Че, так что-то не хватало, чтобы нас потом. Ну, не видно, в общем, никакой турель, больше турель, по мне, как должно быть. Угу, понятно. Все понятно, в общем-то. Так. Сохраняемся еще раз. Ну, пошли. Привет с пешочком. Так. Так, будем осторожно двигаться. Готовимся. Вообще, надо быть готова к... Так, погоди, где? Кто нас пуляется, может? Тихо, тихо, почему? Давай-ка пройдем здесь вот лучше. Здесь все-таки меньше вероятность-то взрыва. Очень понятно, где последний турель, который... Блин, да, вались-то. Давай, давай, в общем-то мы сможем. Еще раз, сохраниться не дается, там уж тарги. Да ведь? Не дают сохраняться там. Надеюсь, там турель-то у нас нигде не... Что же турель, да? Через сохраниться не дают. Блин, где же турель-то? Где что-то, что нам может мешать-то? А ничего не вылезает, просто тупо не вылезает оттуда. Ух ты, РПГ, так. Барьер включаем. Надо как-то еще по-другому, давай-то. Саботаж, так, информация. Потому что у нас специально скидок достать. Ух ты! Ух ты! Рекс, так, далее что надели-то? Еще солдат, еще один солдат-то. Так, чуди. Можешь прорваться как-то пытаться. Там еще один батареец-то. Давай вылезай, зюб-зюб-то. Так, плохо дело там. Прыгаться, конечно, нам довольно сложно будет. Давай, вылезай там, что-то он там прячется постоянно. Вот зараз, прячется. Им просто там тупо прячется, них. Не, здоровье-то с них устанавливается. Да что такое-то? Хватит вылезать, его что там. Регенератор-то хрен. Да, нормально, вообще не тупо. Вижу, что здоровье восстановилось. Вот что ж за... Они там... Да они там... Блин, да они там не хотят просто вот вырезать и...
Снаряд здоровья. Это что за такая-то, а? В общем, пошли. Да блин, не почему пускать нас. Во. Может просто тупо мимо них пробежать, потому что происходит никак все надо, никак отец, никак хочешь. Да блин. На, граната. А давай отключим так двигатели. Вот и все. Не теряйте времени. Вы не на шутку их разозлили. Их главный приказал повсюду установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда. Не стреляйте! Прошу вас! Кто останавливает двигатели? Второй раз спрашивать не буду. Разберитесь с этим и поживее. Ну, красота игра интересная. Что можно тем самым даже без стрельбы быстро побежать и выполнить задание и все. А так, отлично, ну ладно. Вот так мы тем самым решили все-таки пробежать по-быстрому и выполнить задачу. Ну, тем самым враги исчезли. Конечно, наш клуб это выглядит, конечно, довольно. Ну ладно, что ж. В общем, что здесь есть, соберем полезное. В любом случае пригодится. Так. Давай. Вот так вот, все. Отлично, все, берем. Лишний потом продадим, думаю. Необходимо, в общем-то, разместим между нашими напарниками. В том числе. Может, конечно, будет стрелять по этим бочкам. Но здесь, конечно, полно врагу просто. Можем так просто тупо пробежать. И все. Выполняешь тем самым цель. Конечно, не... но все равно довольно интересно, без стрельбы так вот. Пробежал просто и все. Без стрельбы. Включил двигатель и все, враги исчезли. Да. Так, мы включили, по-моему, мины, тем самым можешь спокойно теперь здесь проезжать. Побегать даже спокойно. Так, попляемся, в общем, следующий мы двигатель. Так, очки. Ох, треда, новый уровень, то есть забыл что-то. Так, прокачивать все-таки единственное пригодится, очень полезный навык. Довольно. Нам точно нужно. Так, деформация. Брав баню прокачиваем Рексу. Потом физподготовку, чтобы он крепче был. Довольно.
Так, электронику прокачим Лиари. Ой, летали, точнее. Так, сепатаж. Вот так прокачаем. Будет хотя возможность прокачать. В общем, будет возможность взламывать всякие там полезные вещи. Так, все, перераспределяем, давай-ка. Так, Шепарду лучше по нас пистолет, в общем-то. Самый лучший поставим. Пока никакого лучшего пистолета нету. Сорри там. На самый лучший. Снайперская винтовка вот есть. Заменяем. Так, это убираем унигель. Самый худший. Так, это тоже. Два, так. Это Рексон, раздоровик Рексона поставить. Это уж точно. Так, конечно, какой здесь лучше-то будет. Вот это лучше будет. Будет лучше всего. Это перегрев, в общем-то. Это точность меньше. Здесь тоже. Ну, в общем, поставим такой-то там пока. Хотя, конечно, урон там больше, но хотя бы по другим характеристикам будет лучше. Вот так поставим. Плюс еще так, что поставить? Здесь пусто. Так, химический патрон давай-ка поставим ему. Так, все остальное, в общем-то, просто переработаем. Так, и винтовка. Это тали можешь поставить. Так, вот это хорошее. Так, это похуже. Это одинаковое. Ну, что-то поставим. Вот так, вот все остальное переработаем. Пока что. В любом случае, потом все это найдем. Так, это мы еще не переработал. Погоди, это. Заменить, может, кому-нибудь-то. Так, талию лучше заменить. Хотя бы нет, плохой по характеристикам-то. Очень плохой. Он нам-то... Так, Рексу не подходит. Тали тоже. Остальные характеристики плохие довольно. Так же получше бы поискать. Думаю, тоже переработаем. Так, винтовку тали. Так, Рексу тоже не подходит, но... Тоже переработаем. Так, гранатки у нас еще там фугасные. Так, первый, о, второй уровень. Это получше будет. Ставим себе второй уровень. Так, а первый кому-нибудь можешь поставить? Нет никого. Так, это у нас инструмент. Этот плохой. Убираем. Это хороший. Заменяем. Это талипом, да? А чтобы этот инструмент того не нужен тоже ведь. Надо, чтобы было тоже вам поставить. Так, броня. Кому подойдет-то? Никому не подойдет. Ну, пока броню, в общем, вставляем, конечно. Только что я продаю, что там поставить на броню можно. Батарея для щита. Установление здоровья матрика. А давай, чтобы здоровье немножко устанавливалось. Побыстрее. Рексу поставим, в общем, батарею для щита. Тали так, он что-то стоит. Угу. Ну, все так-то. Распределили. Хотели. Так, это еще продолжаем выполнять. Так, кодекс, ну кодекс потом почитаем, посмотрим. А, в общем, к концу серии, смотрим, время еще осталось, еще есть время. Как раз к концу, думаю, серии будет все это делать, читать будем кодекс. Так, сохранимся на всякий случай, на всякий пожарный, как говорится. В общем, поехали дальше. Так, что-то я, конечно, не пометил вот цель. Так, следующий двигатель, потом сюда отправимся. Вот так, посмотрите, все остальное мы тем самым уже нашли, что хотели-то. Скоро, в общем-то, квест будет выполнен. Хотя, конечно, концом довольно сложновато это все получается. Хотя бы вначале, посмотрите, так вот было сложно. Довольно пройти-то, пробиться. Шесть, в общем-то, пробежать просто мимо них. Потому что с ним сражаться, ну... Хотя, конечно, разумно будет, наверное, выглядеть так, что... Мы, когда мы отключили двигатель, в общем, враги просто тупо сбежали. Решили бежать. Струсили. Поэтому, в общем-то, они исчезли. Так, в общем, последний двигатель. Третий по счету. Как обычно, здесь у нас... зенитные установки, как там называется, что-то дурили, или как там
сейчас будем их уничтожать. Кто там щит уже, кто-то щит уже начал нам снимать. Только то интересно. Кто-то, в общем, стрелял явно. Так, кто там еще там находится? Давай-ка. Ну, повалите, друзья. Ну. Отлично, готово. Так, последнее. Так, все. Так, где-то еще одна ее находится. Так, я, конечно, не помню, где она. Где ее искать-то? Последняя турель. Точнее, даже две где-то находится еще одна. Только она, видимо, спряталась. Так, вот и последняя. Так, все. Уничтожили. А, вот и последняя прячется. Ну, можно ее уничтожать, кстати, тогда. Просто проехать мимо. Прям уж сильно этого, в общем, необходимости в этом нету. Так, ну что, поехали. Очередная, в общем, битва. Так, барьер включаем, у всех барьер включаем. Ну, почти у всех Рекса. Так, у нее усиление щита. В общем, поехали. Варны, как обычно-то на нас набрасывают. Так, давай что-нибудь там, не знаю, перегрузка, саботаж, что ли. О, сейчас что, он снова варны выпустит нас. Так, мне кажется, все способности свои потратил уже. Молодец, молодец. Так, давай-ка. Чем бы там вас? Давай, Рекс, давай. Готово, отлично. Все. Осталось с врагом с ними разобраться. Давай, вылезай, дружище, вылезай. Промазал. Эх, промазал-то. Так, он еще не готов. Ой, заморожь-то как. А, вот что, в общем-то, Барнов как раз вот замораживал, что там, в общем, какой-то кислотой ему обливало. Так понять можно. Так, что-то не хочешь, чтобы влезать вот. Чё ж так не влезаешь-то, дружище? Дружище ты. Разбираемся с последним. Так, отлично. Ставим, в общем, барьер снова. Так, это что у нас там? Ох ты, варны! Фу, отлично. В общем, конечно, их надо стоит спасаться, очень опасные бойцы. Блин, нет. Ох ты, по всему. Конечно, они напускали нас, этих варнов. Их стоит остерегаться все-таки, потому что они очень опасны. Вылези атакуют. Довольно быстро убивают. Так, тут у нас там еще есть трех. Тут еще трое еще врагов. Ох ты, блин. Да ее просто. Так, надо, в общем, гранаты попробовать использовать. Применить против них. Вылезай, вылезай. Смотри, там пролом помешал. Так, давай-ка. Что-то, конечно, вот они там резво, конечно, довольно сально подать-то. Тогда, конечно, кран-то вам. А, отлично.
Ха-ха, гранатка. Как, в общем-то, мы подловили их. Довольно. Так, тихо. Осторожнее. Так, где-то еще один. Где-то еще один, в общем-то. Ох, там штурмовик-то. Так, с ним осторожнее быть. Него... О, ты, блин, так, тихо. Тихо. Упертый парень. Да, блин, тихо, 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 друзья. Блин, ну я, конечно, как быстро. Броню ставь. Так, все, все броню, чтобы установил. Так, один готов, все. Ух ты, так, надо шганки накинуть, попробовать ли ему. Не поможет, может. Все, гранаты все потратили. Так, барьер, давай. Чтобы нас, самое главное, что-то не убили. Так, один остался. Ну, что будем делать-то с ним? Как с ним все-таки нужно сбираться. Набиваем. Фу. Фу, ну все, в общем-то. Может сохраниться так. Что-то как же перед этим дом прокачаться стоит. Так, и два очка у нас есть. В общем, так, мотивированный покупатель. Нет, это не будем прокачивать. Пока что. Так, ну что-то прокачаем в первую очередь. Нет, троник, я думаю, может стоит утари прокачать. Дальше. Это очень точнее, бортом, в том числе, также вот дешифровку в том числе. Стоит у него прокачивать. Так, у Рекса пока будем прокачивать броню до конца. Потом еще пить подготовку. Деформацию, в том числе, можно прокачивать у него. Так, а вот Шепарда стоит прокачивать лучше все-таки барьер. У нас слабоватый, конечно. Очень довольно хорошая такая полезная способность в данной игре. Потом, потому что Mass Effect 2 части, 3, его просто вообще не будет от такого способности. Или будет, я точно не помню. Я вообще там не пользовался, потому что он ну, был очень, конечно, слабоватый, это не очень сильно полезен. По моему мнению, в всех частях именно. В этой части он более полезен барьер, чем в 2-3 части. Так. Что здесь на полезненько вам найдется? Давай, да быстро, быстро. Так, давай. Тихо, тихо, тихо. Да, блин. Время-то идет, а не успеваю. Да его просто не успел. Ну да, придется тратить еще на Нигере. Не успел. Ну все. Отключаем двигатель. Ну, в общем-то, все, да. Задача выполнена. Так, а вот сейчас будет нас пожидать, в общем-то, очень такая интересная довольно встреча. Которая, в общем-то, мы спустимся вниз. Так, сохранить надо. А то что-то не сохранился вообще никак. Стой, так, а вот ты. Не хочу лишний раз пачкаться в крови. Не подходи ближе. Можем разобраться по-плохому или мирным путем. Не думаю, что вы, батарианцы, знаете значение этого слова. Послушай, я просто выполняю свою работу. Не я придумал захватить эту глыбу. Я просто хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов и все. Это уже не набег за рабами. Речь идет о жизнях миллионов людей. А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, меня тут уже не было. Еще не поздно. Ты все еще можешь убраться отсюда. Сомневаюсь. Палакс меня живьем шкуру сдерет, а потом продаст. Вот я псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а я виноват. Почему ты его слушаешься? Хороший вопрос. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы приземлились. Вот и Балак хочет вас прикончить. А Балак всегда добивается своего. С этим не поспоришь. Разве тебя устраивает роль его посыльного? Помоги мне, и я разберусь с Балаком, а ты займешь его место. Хм, а что? Ситуация вышла из-под контроля. Надо с этим что-то делать. Отпустить. Пусть Балак сам разбирается. Надеюсь, ты владеешь оружием не хуже, чем языком. Иначе нам обоим не сдобровать. Балак будет мертв, прежде чем вы взлетите с астероида. Хотелось бы верить. Балак засел в главном комплексе. Возьми ключ, пригодится.
Будь начеку с ним, тот еще ублюдок. Пошли, валим с этого куска дерьма. Отлично, хотя бы 8 очков героя получили. Так, ну еще внизу посмотреть. Мы там явно что-то пропустили, пока я сражаюсь, в общем, с рогами. Так, гранаты пригодят. Очень полезные гранаты все-таки, довольно полезные. На мне очень не раз еще думаю, жизнь спасут. Так, давай как попасть, по-моему. Так, давай. Вот, отлично, проскользнули. Так, все берем. В любом случае, все это нам пригодится, на харде все-таки проходим данную игру. Так, ну что ж. Остается, в общем-то, нам так-то обследовать последнюю точку, где, в общем-то, можно найти вот этих погибших инженеров. А и плюс еще попасть, в общем-то, в тот комплекс, где находится у нас Балок, этот лидер батарианцев. Да это как раз мы, думаю, этим займем сейчас. Напоследок-то. Отлично. Так, ну перед тем поедем-ка вначале все-таки вот сюда, потом сюда. Главный комплекс. Просто лучше в таком порядке делать. Когда мы, в общем, всех этих инженеров найдем, то в результате главного комплекса потом, в общем, уж направляться, так как после своего освобождения там как раз мы встретим в том числе этого главного инженера, и как раз стоит как раз в этом случае ему рассказать таком, а не потом, чтобы заново все это бегать и искать этих, точнее обследовать это место, потом уже снова туда возвращаться, в этот комплекс. Меньше времени займет все это тогда. Так, по-моему, где-то здесь вот должен быть еще один. Да, вот он лежит. В общем, еще один инженер. Похоже, он скачался от выстрела в голову. Скорее всего, это работа снайпера. В любом случае, убийца не удосужился обыскать труп. При себе убитого остались все инструменты. Так, берем. Пригодится. Нам в любом случае пригодится, потому что, увы, конечно, ему это точно не понадобится. Может, конечно, сюда сидеть, кстати, но чтобы там до конца выполнить эту задачу. Так, тут у нас там есть, что там такое полезное лежит. А, следы. Ну да, следы перейдут на восток. Это как раз можем определить. Сам найти, в общем-то, его как раз по этим следам. Таким образом. Сходимся на всякий случай. Так, берем. Что у нас лежит? Точнее, здесь еще что-то все. В общем, здесь все, что лежит, берем. Пригодится в любом случае. Читаем на паузе. Так, и вот это сейчас вот. Так, я здесь не взял. А, не скорый навык, а дешифровка. Как это? А какой нужен вообще уровень, интересно, что мне? Так, надо там у нас турели. Так, нам пора быстро пробежаться до нашего этого. В общем, будем так уничтожать эти турели. Для этих дронов охранных. Да ёпт, что ж так? Готов один. Второй готов, да, третий. Вылезай, дружище. Так, ну и третий, в общем-то, все. Набрали тем самым добавок всему опыт. Он нам пригодится. Жалко, что я не смог тут ящик смотреть еще, блин. Ни шифровка не хватает. Все-таки нам нужно прокачивать тем самым этот навык. Фу-фу-фу. У нас все-таки до шифровка не прокачана. Нам тоже будет этот навык все-таки прокачивать. В любом случае пригодится, конечно, в дальнейшем-то. Так, поехали. В общем, поехали теперь в главный комплекс. Может, конечно, это данную серию закончить. А, вот такая у нас получилась довольно интересная, конечно, серия. До конца мы, думаю, пройдем уже следующую серию по номерам 10. И в том числе тоже серию отправимся уже наконец-то. Выполнять тем самым другие дополнительные квесты. Пока по счету мы, наверное, идти не будем. Лучше уж так, потому что сюжет, конечно, в этой игре не такой прям уж длинный. Хотя, конечно, длинный, но, в общем-то, лучше, конечно, между некоторым сюжетным моментом проходить дополнительные квесты. Немножко, как говорится, разбавлять прохождение. Чтобы было, в общем, довольно интересно смотреть. Так, отлично, здесь еще, как бы, еще не турели. Сохранимся еще раз. В общем, будет довольно сложно пробиваться-то. Давай, открывайся. Да ты что-то открываешь-то?
Так, следующее. Он защищает, он неудобно туда. Отлично. Так, очередная турель. Вот с этого места как раз мы их всех уничтожим. Ох ты! Подкинулась хорошенько. Так, это следующее. Хорошая такая позиция. Вообще довольно быстро мы справимся. Наши броню, нас таким же броней не снимут полностью-то. Им даже при этом неудобно стрелять по нам таким образом-то. Неудобно. Так, все. По-моему, все турели. Да, мозг закончил, все. Все турели уничтожены полностью. Теперь можем спокойно будем высаживаться. Так, ну все. Переходим. Так, сохранение данных. В общем-то, думаю, пока на этом месте мы данную серию закончим, уж до конца DLC пройдем в следующей серии в результате. Ну, это все будет, в общем-то, у нас в 10-й серии по номерам 10. Это пока что все. Если вам видео понравится, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки обязательно. И оставляйте комментарии, свои мнения, точки зрения, значит, насчет моего прохождения, мои комментарии, свои заветы, свои впечатления. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.